Муся здесь сражается с мышкой. Ну, короче, где? Ну, в общем, ловит мышку и играется с ней. Муся, ты специально принесла, да? Чего? Маленького мы мышонка. Еще одна мышонка. Так я это, Игорь показывала. Так с утра еще. Говорю, с утра пищит и пищит. Думала, бабушка, смотри, Муся, ты что его? Ну все. Самое интересное, мы вчера приехали. Спрятался. Ага. Муся, ты что его под линолеумом потерял? Ну что ты? Ну, запашок, наверное. Да. Нормально, дети видели. Видели? Муся. Я приехала, но на крыльце лежит здоровенная. И на коврике туда, где еда. Дом уже. Да, и здесь мы приезжаем. Здесь уже, ну, ферия, птичка, да. И на красном ковре нам пришлось его повытрясать. Да. Смотрите, она парковку спряталась и выжидает, пока та вылезет. Пищит. Я думала, пти нет. Смотрю, нет мышки. Вот ее пункт. Где же мышка? Мне даже интересно. Она по краю, наверное, спряталась. Да, она там. Нет, не на этом, вот на этом. Сейчас мы посмотрим. Муся, вот она прижалась. Муся. Вон она. Ну что ж ты ее под линолеумом потеряла? Ты что ее в дом-то понесла? Она мышку в дом принесла. Так я дверь закрыла, дверь была открыта, она может. Она может. А ты ее убила, что ли, мышь? Все. Сражение окончено. Ну ты молодец, мышь. Молодец.